поговорить о бросании курить. Эта вещь хорошая. В процессе того, как бросаешь курить, резко повышается метаболизм в организме. То есть хочется очень много есть, эта пища быстро переваривается. Вот, как бы на фоне этого люди и поправляются. Вот, решил немного усложнить себе задачу. Для начала бросил курить и начал придерживаться, ну, ограничивать себя в еде, вот жестко. В результате чего за неделю я потерял в районе 3 килограмм и за вторую неделю потерял в районе 1,5 килограмма, ну, в общей сложности 4,5 килограмма. Так вот, не знаю, получится ли окончательно бросить курить и не набрать вес, вот, то, что хотелось бы сделать, в принципе. И вообще не очень хочется дальше продолжать курить, потому что стаж большой, а полезного от этого очень мало. И если вы тоже хотите бросить курить, задумываетесь, то, как сказал один из моих подписчиков, бросать нужно сразу и резко, не задумываться насчет того, стоит ли, не стоит. Конечно, стоит. Вот. Хотя бы ради того, чтобы не приносить табачным компаниям лишнюю прибыль. Вот. И не быть зависимым по утрам, по вечерам, в течение дня, подходя на остановку, закуривая сигарету, садясь в транспорт и воняя на весь салон, я не знаю, там, выходя из метро, транспорта, тоже хватать быстро зажигалку, сигарету, доставать, искать, покупать, бегать с утра, думать о том, чтобы завтра они у тебя были. Ну, это глупо. Это просто глупо. Это незачем. В современном обществе просто человеку это просто незачем, я так считаю. От этих привычек нужно избавляться. Так, хорошее приложение для Mi Band 2, который у меня на руке. Очень грамотно продумано, сделана здесь шкала веса. Единственное, что нужно будет свои показания вводить вручную. Измерять, вводить. Вот здесь динамика снижения веса за эти 2 недели. Ну и как бы вот динамика ходьбы. Не сильно интенсивно я ходил, до 10 тысяч шагов в день не делал. Если увеличить нагрузку, то сжигание килокалорий будет больше, соответственно, и процесс будет виднее, явнее. Вот. Здесь в этом приложении очень удобно можно следить за сном и за пульсом. В принципе, измерять пульс, чего я до этого не делал. Вот достижения. Ну и пульс. Померяем. И при замере пульса, сейчас я спокоен, меряю, у меня пульс 73 удара в минуту. Вот, в принципе, и все по этой приложухе, которая контролирует ходьбу, вес, калории. Ну и судя по всей этой активности, нужно будет больше ходить пешком для того, чтобы создать нагрузку, ну, увеличить лишние килограммы. Больше ходить пешком, вот, контролировать потребление калорий, ну и следить за весом. Вот. А во всем остальном, я думаю, потом. Вот в этой ситуации поставить все под контроль. И если все будет нормально,
курение, в принципе. Вот. Мысли о еде отвлекают очень сильно. Вот. Ну, посмотрим.